Яркие фасады домов и машины на ровных дорогах могут быть не только картинкой на новой детской площадке. Как изменился мир за лето, узнаем у жителей города. Вы заметили какие-нибудь изменения в городе? Стало уютно, чисто. Поставили у нас остановки новые. Площадок очень много стало, кстати, в городе, что теперь есть куда детям сходить. Цветы росли хорошо. Чисто, тепло, светло. Что-то делается для улучшения благосостояния людей. Площадь хорошая стала, здания покрашенные, ну, много детских площадок стало. Ну, в общем, красиво стало. Мне нравится сейчас, какой мирный. Не то, что было в 85-м году. Я бы хотела, чтобы в городе были не только росли березы, но и другие деревья. Например, кедры, черемухи. По-моему, город стал чище, появились новые заборы, чтобы можно было не перебегать детям через дорогу. Ну, как-то безопаснее, что ли, стало. На что вы больше всего обратили внимание? На скамеечки красивые, раз я отметила. Отметила, что довольно чисто во дворах. Все, что было запланировано, все успели. Конечно, все наши желания, все, что мы хотим благоустроить и отремонтировать, где-то там увеличить проезды и прочие наши пожелания и цели, они сталкиваются с постоянным наличием финансов. И исходя из той финансовой возможности, которая есть на сегодняшний момент, все работы мы сделали, мы успели. Опрос показал, жители заметили изменения в городе, даже отметили новые скамейки. Нам, гостям и жителям, остается только не ломать и не портить городское имущество. Дарья Боискорова, Алексей Стин, медиакомпания «Алмазный край».